называется блокада тазобедренного сустава с введением гиалуроновой кислоты. Определяем область больших вертелов, получается бедренной кости. Все это легко прощупать. Вот, и пара. Проводим поначалу местную анестезию для того, чтобы блокада была как можно менее болезненная. Всегда жду немножко, секунд 20-30, для того, чтобы анестетик начал действовать. Раствор для местной анестезии – это лидокаин. Ну, можно добавить нестероидный противовоспалительный кетарол. Если боимся в случае, что будет аллергическая реакция либо падение давления, можно добавить дексаметазон в раствор. Как видите, препараты между собой не реагируют, что есть хорошо. Далее используем иголочку для спинальной пункции, наконечник черный. Вводим в то же отверстие, проходим по шейке бедренной кости, это ощущается. Упираемся в головку бедренной кости. Убедиться в этом очень легко. Попадаем в самую бедренную кость и упираемся в плотную структуру. Иголочку больше не даем. Раствор не идет. Меняем анестетик на гиалуроновую кислоту. И вводим сустав. Процедура относительно неприятная, но чтобы сказать, что сильно болезненно. Больно или терпимо? Вообще не больно. Вообще не больно. Все. Все.